событие, присвоение этого звания лучшие женщины России, это, конечно, ко многому обязывает в дальнейшем наших лауреатов, тех, кто получает это звание. Я склонна считать, что в России значительно больше прекрасных женщин, чем тех, которых мы будем сегодня награждать. Женщины России, они красивы, они умны, они опора всей нашей страны, независимо от национальности. Ни в одной стране мира нет таких красивых женщин, таких удивительно надежных, удивительно красивых, мудрых, милых, обаятельных. Я думаю, что очень многие женщины со временем получат эту награду. 8 марта отмечается, как мне кажется, значительно шире. Но после этого никого не стало снимать. В советское время, понятно, это был праздник, один праздник из праздников. Этот праздник, он принадлежит тем прекрасным моментам нашей жизни, которые у нас были. Когда-то, много лет назад, будучи депутатом Московской городской думы, стояла у истоков вот этого замечательного проекта. И счастлива, что он вот возродился не просто так, а именно в такой замечательный день, в преддверии праздника женского. Сегодня будут чествовать женщин, лучших женщин России, лучших женщин бизнеса, лучших женщин предпринимателей, лучших женщин в области образования, здравоохранения. И так, наверное, должно быть, потому что женщины – это главное, вокруг чего крутится весь наш мир. Поэтому хочу сегодня всех поздравить с этим праздником и пожелать, чтобы вот открытие проекта «Лучшее из лучших» сегодня всем нам доставило минуты радости, отдохновения от наших обычных мирских дел. Всем женщинам сегодня добра, счастья и мира во всей планете. Лауреат национальной премии в области индустрии моды 2011 года в номинации «Детская коллекция». Компания «Тиволи». I know.
благодарна учредителям этой компании, организаторам, кто смог подарить такие очаровательные, счастливые мгновения моей жизни. Это просто неповторимо. Это здорово. С такими людьми познакомилась, о которых просто не мечтала. Еще раз желаю мира, счастья, любви. И здоровья. И здоровья. Поздравляю Галину Ивановну с этой наградой. Мы все очень рады, это заслужено. Она долго шла к этому.